Я менеджер, потому что я менеджер. Менеджер! Здравствуйте, дорогие друзья, с вами снова Катя Амисяна Чарли, и мы продолжаем проходить челлендж «Психушка». И так напоминаю, что предыдущая серия была, ну, такой сверх, можно сказать, романтичной, что я до сих пор прямо под впечатлением от нее. Хоть и прошло достаточно очень много дней, пока я стала записывать. Конечно же, мой хороший, наш главный герой, стал заигрывать с пациенткой под номером 8. В конце концов, можно сказать, что чувства раскрылись, хотя, честно признаю, действительно непростая особо, очень непростая. Также, мои хорошие, я спрашивала у вас, что вы считаете по этому поводу, какой выбрать ему второе стремление. Конечно же, как-то поразительно все отозвались именно на серийную романтику по той причине, что как-то, наверное, вы посчитали что-то типа необычное что-то или еще что-то в этом роде, не знаю даже, ребят. Вот, потому что как бы я не против пройти сейчас, конечно же, серийного романтика, проблема только заключается в том, что у меня сейчас на канале получается уже два тима, которые, соответственно, выполняют это стремление. Ну, само собой, конечно же, это Черная Вдова, ну и, соответственно, персонаж Фил Спецагентов. Вот, поэтому как бы я еще подумала по этому поводу, что да, как бы уже какое-то некое повторение уже получается. Вот. И поэтому я все-таки думаю, что сейчас, скорее всего, я буду придерживаться такого стремления, как или собиратель, да, то есть коллекционер, или же, конечно же, рыбная ловля, чтобы нам сейчас можно было отправиться с вами на общественные участки. А то мы как-то застряли в этой психушке уже столько времени и, как говорится, никуда не выходим. Вот. А также, мои хорошие, у меня вот тут, знаете, такая тема была именно по поводу серийного романтика. То есть это было бы очень парадоксально, это было бы очень забавно, потому что там есть, если вы помните, да, там есть пункт, как выполнить, по-моему, поцеловаться с 10 персонажами. Вы только представьте, мои хорошие, там, не знаю, например, какие-то новости а-ля, типа, новости Willow Creek, и такое сообщение, типа, дорогие граждане, будьте осторожны, у нас по городу ходит маньяк в белой пижаме и предлагает всем совершить первый поцелуй. Вот, правда, действительно. Наверное, именно это вас и позабавило, мои хорошие. Ну, как говорится, если у нас не получится выполнить рыбака, придется, как говорится, пуститься во все тяжкие. Ну что ж, мои прекрасные, мы продолжаем сейчас с вами играть, время нам позволяет, сейчас мы с вами спим, и, боже мой, вот это у нас все прокачано, у нас все замечательно прокачано, он супер-пупер у нас, конечно, мужик, вот, мы спим, и у нас заканчивается последний наш прекрасный выходной день. Обалдеть, я так хотела сегодня все-таки куда-то сходить, потому что отмечаю, что ходить за сбором всяких предметов, лягушек, соответственно, да, ну и, соответственно, ну и рыбалка тоже, мы можем любое время, то есть так как я играю на легком уровне, вот, потому что я думаю, блин, с 9 до 3, с 9 до 3, блин, он работает, когда я успею, соответственно, да, мне оставалось бы только одни выходные. А тут нет, как бы очень удобно. Ребята, чё вы не спите? Ну, хотя, в принципе, чё, да, спать действительно 9 часов. Ух ты, какой женщин! Какой интересный женщин! А, вот у тебя шляпа такая. А, это ты... Хотя, в принципе, нет, смотрите, женщина очень даже действительно интересный. Такой привлекательный женщин. Ну, как говорится, ладно, мы не отвлекаемся. У нас есть молодая особа, которая, в принципе, отмечаю, она нам почти пара. Но она уже считается любимой. То есть там не просто там предмет воздыхания, например, как это было в Sims 3, да, уже любимая. Интересно, интересно. Так... А, не, не нажимай Space, господи, не нажимай Space. Потому что, да, я что-то привыкла после того, как, соответственно, во всякие свои другие летсплеи поиграешь, да, и потом на автомате так и хочешь нажать Space. Ну что ж, посмотрим, как у нас тут, понимаете ли, психи поживает. Ну что ж, други мои, как у вас дела? А давайте я вам, знаете, телек с романтическими программами включу, вы не против? Надеюсь, там он так идет. Подождите, а, слава богу, это не сосиски, да? Это же не сосиски? Рагу туриста, правильно, правильно, это же мы приготовили что-то сносное такое. Смотрите, она наша ест. Кстати, да, она кокетливая, и это меня больше всего напрягает. Хотя, если на то смотреть, то не знаю вообще, радоваться или плакать, ну или жаловаться, да, то, что в Sims 4 нету такого взаимодействия, например, то есть к тебе ни один сим, то есть не подойдет, в смысле, к твоему симу, да, не подойдет и не начнет флиртовать. То есть как-то испытывать какую-то такую эмоцию, можно так сказать. Вот. Это надо бывает даже печально, что ли. То есть инициатором всегда будешь, как бы, соответственно, ты. Вот. То есть, да, развитие сюжета просто полностью отпадает. Ну, что ж ты с этим поделаешь? Ладно, будем ждать новых обновлений, что ли. Например, такое, как, например, вот такое же обновление
а-ля подобный, будем так говорить, такое же обновление, как вот эта ревность. Когда вышла вот эта новая черта, слушайте, вообще, я прям просит этой черты. Ладно, мой прекрасный, давай встаем с тобой. Встаем! Подъем! Подъем, народ, и боже мой, что это? Боже мой, подождите, вот использовать, но почистить нельзя. Почистить нельзя, потому что мы на нем сидим, судя по всему, да? Поразительно, да. А то было бы забавно. Сидел и чистил одновременно. Ну, как говорится, почему бы нет? Это что такое? 10 минут осталось. Вот вы даете. Так, третий уровень видеоигр. Ну что ж, здорово-здорово. Ребят, давайте с вами посмотрим романтические программки. Мы же смотрим, да, сейчас телек? Ага, замечательно. Пациентка под номером 8. Душевный разговор. Давай с тобой. Кстати, а почему он испытывает дискомфорт? Мне как-то интересно даже. А почему мы испытываем дискомфорт? Тут же чистенько. Что такое? Отвратная сантехника. Вот оно что. Мы тут, понимаете ли, стараемся все сделать, понимаете ли, все замечательно, что у нас было в этом... В этой чертовой психушке. Она все равно ломается. Кокетничать. Ну ты же помнишь, чем мы занимались вчера. Даже говоря, недавно буквально. Кстати, как ни парадоксально, по-моему, у них они же еще не целовались, так ведь? Мы еще не целовались, да. Мы еще не целовались. Ты мой прекрасный. Шептать нежности. Ладно, не будем. Замечательно. В принципе, все супер, только у меня одно... А, у него программирование завершено, правильно, у нас же было 2 выходы как раз. Ладно, моя прекрасная маркиза, все таки наверное, мне придется тебе сейчас покинуть и, например, нарисовать картину. У него же было желание как раз картину, допустим, абстрактную, вот, за 50. Давай с тобой какую-нибудь фигню нарисуем, все равно будем считать это абстракцией, как говорится. Пошли. Угу. Она воодушевлена. В смысле, она возбуждена. Как говорится, дело сделал, мужик. Правильно. Ачивку получил и пошел рисовать. Так, ну что ж, на этот раз что мы с тобой нарисуем? Очень интересное, наверное. Трем-пем-пем. Третий уровень навыка логики. Ух ты. Круто. Ты что, уже сделал? Оно у тебя не доделано, между прочим. Эй, делай, давай, делай, мужик. 3 картины продать, нарисовать 3 эмоциональные. Угу. Правильно. Ух ты! Маленькая абстрактная картина. Ну, что здорово, почти 2 раза, да? А, продать коллекционеру. Вот, продаем ее. Замечательно. 3 эмоциональные картины, да? Блин, 3 эмоциональные, это, конечно, круто. В принципе, ничего против не имею. Ну ладно, давай сейчас с тобой, конечно же, делаем кусь-кусь, ням-ням, готовить. Готовить, например, что-то явно такое вкусненькое и, как говорится, для разнообразия что-то привлекательное. Вот. Кстати, правда, интересно, ребят, если вы в курсе, если вы знаете, какая эмоция прокачивает навык рыбной ловли. То есть, я так поняла, что это не воодушевление, соответственно, ну и, как говорится, не возбуждение уж точно. Вот. Скорее всего, я так поняла, что внимательность, так ведь? И вот, соответственно, садоводство. Мне просто интересно, как бы я сколько не смотрела, до сих пор понять не могу, что... Или уверенность, вот, да, уверенность или внимательность прокачивают вот эти 2 навыка. Понять, в общем, не могу. Так, разговаривать с самим собой. Ты готовь давай, главное, не спали дом. Давай еще потом что-нибудь приготовим, главное, чтобы всего побольше было. Глаза из сыра вот давай с тобой сделаем. Экзотика у нас такая, психушки. 8-й! 8-й уровень, мужик, ну ты... Фу, это что такое? Смотреть на звезды с пациенткой. Пациентка под номером 8 в курсе, да, что эти такие мысли? Где пациентка под номером 6? Она не спит. Сейчас я с тобой поговорю, сплетничать. Спросить, на каком сроке? Блин. Так она у нас пополнела, да? Я правильно понимаю? Она немножко округлилась. Потому что в начале серии она, по-моему, если я правильно помню из истории данного персонажа, она вроде страдала некой анорексией, кстати говоря. А сейчас она очень даже, смотрите, боже мой, как округлилась прям так. Мощненько округлилась. Ты к ней идешь? А, подошел, замечательно. Ты сегодня так очаровательна. А почему ты испытываешь напряжение? Посплетничаем с ней. И можно, например, описать новую идею. Лишь бы только не описать. Слушайте, смотрите, какая прям радуга прям такая. Все разные... Слушайте, конкретно, ребят, смотрите. Все пациенты испытывают разные эмоции. Потрясающе. Ну, правда,
Только 2 пациента не испытывают эмоции. Пациент номер 4 в кое-веки стал нейтральным, а пациент номер под номером 2 просто спит. Давай я тебе... Вот, понимаю настроение. Как у тебя дела? О, господи. Аня, блин. Хорошо сказала. Я тебе подниму настроение, как у тебя дела. Вот, этим я уж точно. Я не смогу поднять настроение, к сожалению. Отлично, отлично. Нет, в принципе, если так смотреть, то, может быть, все-таки навык общения нам тоже имеет смысл параллельно прокачать, ну, как бы, и выполнить это стремление, связанное с навыком общения, потому что он все равно параллельно это прокачивает. Сколько у нас обаяния уже? 5! Офигеть! Еще чуть-чуть, и будет прям это супер. Посмотреть на звезды. Пошли смотреть на звезды, мои прекрасные. Пошли с тобой смотреть на звезды. Пошли смотреть на звезды. Слушай, доедай. Да положи тут. Блин, а. Вот ты мог положить, между прочим, абсолютно где угодно. Я что-то не поняла, куда она делась? Пациентка под номером 6. Давай смотреть с тобой на звезды. А ну-ка иди сюда. А, подождите, походу нас улечила пациентка под номером 8. За чем-то непотребным. Господи. Пошли посмотрим. Жалко, кстати говоря, что у меня здесь пока нет персонажа как раз с чертой ревнивец. Ну ладно, все-таки было бы интересно это в геймплее. Так, ладно, хорошо, давайте с вами посмотрим. Ну почему ты испытываешь, почему тебе плохо? А, правильно, правильно, нам сейчас досуг надо повышать. Точно, мы сейчас должны быть, кстати говоря, внимательны, если уж на то пошло. Приготовьте еду. У нас потому что скоро работа, кстати говоря, о работе. 4 часа до работы. 4 часа до работы. Поделиться секретом. Нет, я делиться не буду. Все, ладно, хорошо. Ты выполнил стремление. Это мы сделали с тобой. Этот опять бегает. Мужик, я смотрю, ты цель поставил. Ну, как говорится, удачи тебе, мой прекрасный. Итак, хорошо, давай с тобой будем рисовать, наверное, шедевр. Хотя не знаю вообще, реально это или нет, например, сделать. Ой, ой. Он что, кокетлив? Офигеть. Хвалить наряд. Слушайте, мужики, ну мы наконец-то в этой комнате, можно сказать, гостиной комнате, да? Не-не-не, не гостиной, комната прокачки навыков. Наконец-то мы тут вообще по прокачке, вот. Наконец-то мы тут вообще, понимаете ли, находимся. Я очень рада. Молодец, молодец. Ты сегодня как огурчик прям прекрасен. Блин, откуда мне такие сравнения вообще? Это я помню, как я встречалась с одним мальчиком, а он очень юморист такой. Так он мне однажды сказал... Ты Рахат Лукум моего диатеза. Я как бы... Я даже не знала, как, понимаете, как бы мне радоваться вообще за подобный острый комплимент, конечно, остроумный. Ну, или, соответственно, плакать, потому что как бы он не очень-то комплимент, да? Вот, в общем, конечно, ужасно звучало, правда? Так, предложить, а говорить о снах. Говорить о снах с тобой. Потому что, блин, нам нужно... Мы же хотели друганами быть. Вообще, мы, кстати говоря, с тобой были друганами. Как ты мог не изменить, а, мужик? Ты! У нас были с тобой прекрасные отношения, а ты? Неужели я одна должна поддерживать с ними связь? А они? Они мне должны тоже звонить, между прочим. И писать. И слать смс-ки. И прочее, прочее, прочее. Не все мне, понимаете ли, быть этим активистом. Вот так вот можно сказать. Ладно, хорошо, давай с тобой закончим и плевать, наверное, на эту картину. У нас сейчас скоро работа. Так, у нас скоро работа, поэтому мы садимся наконец-то на вот это... Блин, кто сломал? Кто сломал? Так... Пошли, 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 мы наговорились с ними. Мужик, ты прибирайся, а я, короче говоря, да, играть. Комедия, хорошо. Нет, давай сейчас с тобой посмотрим симпедию, зарабатывать деньги. Слушайте, ну это шикарно, шикарно, конечно, зарабатывать деньги в сети. Мне безумно нравится это действие, но я так понимаю, что оно все равно нам сейчас не прокачает, поэтому давай с тобой будем просто играть в игру убежище, вот, супер, мне это нравится, давай будем просто играть, повысим с тобой досуг, потому что он нам сейчас очень важен. Ой, ой, толстушечка, ты сломала раковину, кстати говоря, ну что ж ты с этим поделаешь, повышаем, 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 бодрость все равно у нас падает плохо, вот, потому что, как говорится, не зря я покупала вот этот бонус. Мужик, ты зачетно выглядишь, а ты реально работаешь пиарщиком там, ну или как сказать, подождите, мы же с вами сейчас эти менеджеры проекта, серьезно, вот так вот выглядит менеджер,
Ребят, зацените, вот так и выглядит. Боже мой, сзади туалет. Так, нет, 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 нет. Вот так выглядит менеджер. А менеджер, потому что я менеджер. Менеджер! Круто ты выглядишь, мужик. Да, блин. Слушай, а ты... Слушайте, я так начинаю понимать, что он, в принципе, отличный кандидат для нашей этой, как его, 8-й. Ведь если она главарь банды, он неплохо выглядит как раз для шестерки главаря, что ли. Слушай, ладно, хорошо, не будем об этом. Как говорится, мы ушли на работу с вами и, как говорится, играем дальше. Прокачиваемся. Почта доставлена, отлично, 2600, ну, супер-супер, хорошо, ты прокачивайся, а потом мы с собой, соответственно, заплатим по счетам 2000, у нас 28, ребят, зацените, 28 тысяч, это вообще это мега круто, шикарно-шикарно. Так, значит, она спит, они все спят, ага, пациент по номеру один не спит. Мужик, почему ты не спишь, объясни мне, объясни вот эту тайну страшную, почему ты не спишь. Ух ты! Ух ты, он стал внимательный, ух ты, супер, все, не выдержал, да, не выдержала душа поэта, куда ты ушел? Подождите, а, понятно, он просто пошел в туалет, а что, а, правильно, у нас на первом этаже тоже, понимаете, все сломано нафиг, понятно, решил покушать, ну, приятного аппетита тебе, мой прекрасный пациент под номером один, слушайте, ну, конечно, с этой штукой он прикольно смотрится, прикольно. Да, и она, кстати, как ни странно, вот эта бандана, да, она прям отлично, этот платочек, она отлично прям дополняет его образ, он реально какой-то мафиозный получается. Какой-то у нас, правда, тут все вот такое прям мафиозное. Хотя, в принципе, ты думаешь, блин, он просто работает там в карьере, там, где работают пиарщики и айтишники, например, да. Вот, ну, интересно, правда, очень интересно. Так, пациент под номером один встал, и пациент под номером 4 тоже встал, и, наконец-то, он испытывает воодушевление. Так, мы с вами заработали 500, и неплохо, кстати говоря, с вами прокачались. Но очень здорово то, что он до сих пор стал испытывать настроение. Между прочим, мужик, ты понимаешь вообще, чем пахнет? Это первый, это один из тех самых разов, когда ты более-менее... А чё с настроением? Ну, чё, совсем так плохо? У тебя вроде показывает, что у тебя внимательность. Слушай, ну ты суров. Ну ты суров, бундюган прям конкретный такой. Мне нравится. Ну, сумасшедший, правда, ну и, как говорится, неважно. Все мы, как говорится, невменяемы, да? Давай с тобой мыться. У нас тут... А, понятно, понятно. Ну что ж, показатели наши позволяют, поэтому давай сначала, конечно же, отремонтируем это, потому что наши психи... Нашим психам скоро на работу. Вот, как раз пускай сейчас... Сделаем им тустичек, чтобы они спокойно ушли на работу, вот, а потом с тобой вымоемся. Просто вымоемся, да, мы уже пахнем. Ничего-ничего, мужчины не воняют, они пахнут. Ой-ой-ой-ой, сори. О чем все красные вообще? О чем все красные? Нарисуйте шедевр, хорошо, победить в шахматах, ну, судя по всему... Ну нафиг тебе сейчас шахматы-то играть? Подожди, мужик, а что у нас... А там тоже сломано, да? Какой ужас. Какой ужас. Толстушка, мойся быстрей. Вижу мужика депресняк. Что такое? Эй! Что такое случилось? Что он прям так вот начал нервно вести себя? Ну ладно, хорошо. Ой-ой-ой-ой, что-то... Блин, вот она мылась там 2 часа, походу, как будто бы полоскалась, водолазничала, блин. У нас не ванна, у нас, конечно, душ, душ там всего там, зашел, вымылся минут 10, и все, и радуйся, как говорится. Она что-то прям застряла так надолго прям там. Ну ладно, давайте с вами покушаем, и действительно нам придется поспать, надо действительно отдохнуть. Вот, вызывать и горничную... Нет, я поставила цель это все сама мыть, дабы нам с вами денежек не тратить. Все хоть больше действительно будет денег. Тем более, блин, они реально берут 100. 100, блин, 100. Это одна моя картина. Так, да, подождите, а что, тоже заново придется готовить? Я надеюсь, ты не для себя делаешь только. Хотя, судя по всему, он делает реально это для себя. Моя прекрасная, знаешь, твое влияние очень чувствуется. Я прям это ощутила, как ничто другое. Поговорите о кулинарии, например. Надо с ней повысить хотя бы дружескую вот эту шкалу, а то как травматическую нас прямо зашкалит. Хотя, если мы будем такими криминальными напарниками, такие прям криминальные напарники, которые будут весь город держать в страхе,
страхи вонючки, понимаете? Спроси, да что же ты все понимаете, или хочешь ее спросить, на каком у нас сроке? Вот ты противный, а? Ну, допустим, можно позаявлять, что вы злой гений, немножко посплетничать. Ну, хоть сравнять эти две шкалы-то, а? Поговорить о кулинарии. И, они, подожди, они на работу ушли, нет? Мне не пока... Кто там? Кто тут безобразничает? А, пациент под номером один, как обычно, как обычно. Как обычно. Замечательно. Подождите, подождите, а когда ей на работу-то? Подождите, что? У нее понедельник выходной. Моя прекрасная. Жалко, нет мест на уху. А я прям реально начинаю переживать по этому поводу. Делиться грандиозными идеями. Давай с тобой поиграем. Как ты считаешь, а? Давай с тобой обдумываем ход. Подождите, а он... Он сделал себе кучку с ням-ням или не сделал? Я ничего понять не могу. О, кстати, вот. Мы можем сейчас продать эту картину коллекционеру. Ща продадим. Блин, так не сделать. Ладно, давай с тобой поедим. Давай с тобой поедим. Пусть она вымоется, потому что не будем, как говорится, сейчас ее трогать. И поход... Слушай, подожди, а где... Нашу порцию забрали. Пациент номер 4... А, так он доделал их. Он о чё... Вон и чё, понятно. Ладно, что ж ты с этим поделаешь? Вот, в общем, не мы были с тобой авторами. Ладно, мой прекрасный, давай, не знаю, да, он не сможет всё-таки дописать эту картину. Я просто думала сделать вот так вот, чтобы продать её потом коллекционеру. Всё, топай сюда, потом в туалет, и потом туда, и потом её продадим, вот, чтобы исполнить это желание. Нарисовать эмоциональную картину... А он не будет, да, считать, что это у нас еще одна мальца? Ну ладно, хорошо, тогда придется реально рисовать. Придется реально рисовать. Ой, кстати говоря, ты наверху? Ты наверху? Сейчас я тебе сюда повешу ее, и ты ее продашь как раз. Я не знаю вообще, кому ты там на самом деле, какому коллекционеру продаешь. Он, наверное, просто не в курсах, кто, у кого он покупает. Вот, маленькую картину, вот, не зря я это все копила, и это тоже мы продадим, хотя это лама, наверное, если это лама, или это просто лошадка такая прикольная, вот, ну вот это очень такая милая действительно картина, ну, как говорится, ладно, потом нарисуем, и я бы подобное из психушки не оставлял, как говорится, подобные вещи хочется просто выкинуть из головы. Так, давай вот так вот сделаем, еще одну картину продадим. Все, мы получили за это деньги, yes! Мы получили за это деньги, и теперь мы ложимся спать, мой прекрасный спатеньки. Супер, супер, все, побежали. Побежали. А, понятно, здесь еще туалет был сломан. Вот оно что. Ну ладно, как говорится, сейчас мы заслужили сон. Наши психи уходят. Что, не уходят, что ли? А, подождите, подождите, подождите. Мне казалось, что у них... А, понедельник, воскресенье. Так они что, почти все прокачались, да, в общем... Это вообще каждый день работает, с 6 до 2. Суббота, воскресенье, да, хорошо. Понедельник, вторник. Ух ты! Наконец-то! Это был последний как раз, да, пациент под номером 2, который должен был прокачаться. Отлично, теперь мы все с вами главари банды. Обалдеть не стоит, как у нас вообще страшно в этом, в городе, можно так сказать, в Уиллоу Крик, а? Смотрите, а преступный синдикат... Вообще, нет, дофигище просто преступный синдикат, дофигище главарей банд, как вот их выпускать из психушки, как вы считаете? Хотя, в принципе, им не должно мешать и из психушки тоже как бы контролировать и страшить город. Действительно, ужас, правда, ужас. Так, ну что ж, други мои, как вам еда? Как у вас тут вкусно? Пациентка под номером 5, пациентка под номером 3. Ну чё, хорошо, что сами себе готовят. Правда, меня напрягает, что... Хотя, не-не-не, подождите, это БЛТ у неё было, да? То есть это относительно еда без... приготовленная не на плите, в общем. Хорошо. Вы не хотите спать? Видишь, какие деловые, а? Та-дам-пам-пам. У нас сегодня, кстати, тоже, между прочим, день. У нас программирование не начато. Не начато, нам сейчас не до программирования, не до туалета и не до другой фигни. И кто-то мне сломал плиту. Теперь понятно, почему они. Да, теперь все ясно. И это тоже сломано, да? Потрясающе, потрясающе, они меня все поломали. Шоколад, пациентка по номеру 8. Печенье с шоколадной крошкой, какая милота. А, давно она это приготовила? Очень даже... Интересно мне знать. Отлично, давай с тобой... Хотя ладно, если он будет сейчас кушать... А нет... О боже мой, нет, 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 не бери это, нет. Ни в коем случае не бери, мы лучше позавтракаем с тобой просто овсянкой. А, фруктовый парфе...
Господи! Господи, быстро перекусить. Вот, возьми овсянку. Все, бери овсянку. Не ешь это вообще, не ешь. Боже мой, от пациентки номер 8 с любовью. О, боже мой, это у нас сломано, это сломано. Слушайте, еще чуть-чуть я получу ачивку, как сломано 10 предметов на участке, или как-то оно там так называется. Так, идем сюда. Фига себе, она там какие рулады выводит. Пациентка под номером 5, тебе бы в оперу. Фигеть, у меня так еще никто не пил, реально. И она сломала. Да, кран не выдержал ее голоса, короче говоря, ультразвука. Так, хорошо, давай с тобой поиграем в игру с модами. С модами. С модами, а потом, соответственно, мы с тобой посмотрим немножко симпеди и, конечно же, будем продолжать создавать мобильное приложение. То, что мы так не можем это сделать, страшно представить, сколько времени. Отлично. Сколько у нас? 8 часов, серьезно? А, нет, нет, у нас время еще есть. Время еще есть. Досуг потихоньку повышается, хотя что-то не очень он у него повышается, хотя, в принципе, по его меркам-то нормально. Только не прикольно то, что действительно я не успеваю с этим закончить. Ну, блин, уже на работу пора. Как... Ладно, давай, может, получится нам закончить это мобильное приложение. Там совсем чуть-чуть осталось его сделать. Мобильное приложение, ну, пожалуйста, мобильное... Еее! 1600, боже мой, это стоило того, понимаете ли. Я, по-моему, так не радовалась, когда он стремление исполнил. Мобильное приложение готово. Введите название нового мобильного приложения. Блин, там уже есть игра «Убежище». Ладно, мы так назовем. Мобильное приложение «Психушка». «Психушка». Трам-пам-пам, все. Я не знаю вообще, как, что это за приложение «Психушка», но, наверное, так оно и есть, типа... В психушке надо было вот так, наверное, сделать. Мы сделали там. Хотя, подождите, я не помню, он может делать соцсеть? Правильно, правильно, мы же теперь отчисления будем получать. 53. Надо было реально так и сделать. В психушке написать. Социальная сеть в психушке. Ладно, хорошо. Теперь этот, понимаете, перестал сидеть. Ну, хорошо, занимайся, мой прекрасный. Начато было, да, программирование? Ну, посмотрим, посмотрим, как у нас получится. Давай с тобой будем, наверное... Хотя ладно, если у нас настроение замечательное, такая эмоция, да, почему бы и нет? Новый проект отстает от графика. Станет ли пациент номер 7 настаивать, чтобы все работали допоздна, или постарается уговорить начальника, что ему нужно больше времени? Я даже не знаю. Допустим, попросить больше времени. Пациент получает благодарность от менеджера за то, что рассказывает ему про... За то, что, ну, тот, да, рассказывает ему про проблему. И команда получает больше времени. Пациент номер 7... предстает в выгодном свете, ух ты, как для высшего руководства, так и для своих подчиненных, ух ты, даже интересно знать, кто у тебя подчиненный, ну правильно, мы же с вами менеджеры проекта, правильно, 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 пациент номер 1, ой нет, пациент под номером 2 встал, поел, а, он еще не поел, сделал себе, ну как говорится, ты что, издеваешься, да? Плита не работает, мужик. Плита не работает. Или по принципу «я псих, мне все можно». Система улучшения вкуса у нас есть. Ух ты. Мужик, серьезно, а как ты ее делаешь? Мужик, объясни мне. Нет доступной плиты. Что я вообще сейчас наблюдаю? Как ты готовишь тогда? Поставил, что-то оставил, ушел. Ну и как я теперь вообще должна на это реагировать? Давай поспешничаем с тобой с боссом. Как говорится, она уже сломана, поэтому, судя по всему, пожара случиться не должно. Хотя черт его знает, правда? Если Сим будет в ошалевшем состоянии, то будет неприкольно. Ну, отлично. Мой прекрасный. Могем мы с тобой выполнить план? Потихонечку, потихонечку, ну супер. Ну ладно, в принципе, я не рассчитываю, потому что мы и так относительно с вами на высоком уровне, но все равно очень круто. Вполне просто интересно даже, как получится у нас прокачаться. Превосходно справляется, наверное, мы бы с вами получили повышение, если бы у меня было прокачано программирование, вот. Судя по всему, я думаю именно так. Давай вот так вот сделаем и починим, соответственно. Это что такое? Отпуск, нам нужен отпуск, мой прекрасный, да. Скоро будет отпуск, скоро будут бабочки в животе и прочая фигня. Не волнуйся, будет очень скоро. Давай с тобой возобновим яичницу, сделаем ее, наверное, для всех, хотя, судя по всему, он сделал только для себя ее. Вот, давай починим тут
прежде чем, соответственно... Я просто очень хочу это закончить, ну, как бы, починить, чтобы перед тем, как закончить серию, вот так вот, можно сказать. Ребят, что вы мусорите? Вот объясните мне, ну, почему вы мусорите? Почему вы мусорите? Он взял мою порцию и ушел. Какой деловой, а? Хорошо, все, наконец-то они уйдут на работу свою, они уйдут на свою работу, наконец-то это свершится. Так, что такое? Что случилось? Что это было? Сплетничать с пациенткой номер 5. Ну, окей. Даже необычно, что она к нам подошла. Наверное, понимает, чем пахнет. Понимаете ли, ухажёр пациентки номер 8. Она тут, понимаете ли, не последняя личность в этой психушке. Я думаю, тем более уж в этом криминальном, как сказать, как оно называется? Криминальное что? Криминальные домохозяйки называется. Организация. Ух ты, ух ты. Как говорится. Слушай, давай доделаем, а то они смотрят на это сало, ты ничего сделать с ним не могут. Ага, замечательно. Просто все взяли и ушли. Ну, супер, супер. Они все отправились на работу. Пациентка номер 3. Ты почему тут? Ага, все. Она просто медленно бегает, соответственно, из-за веса. Хотя, знаете, что мне очень интересно, правда? А ведь она могла, в принципе, похудеть, как считаете? Хотя нет, в принципе, она же этим не занималась. Да, может, и не похудеть. Так вот, ты что, душевный разговор? К нам гости, что ли, пришли? Я что-то не поняла. Почему у нас двери открыты? Почему у нас двери? Неужели у нас, правда, гости? Интересно. Интересно. Так, давай с тобой протрем пол. Протрем пол. И потом я думаю, что стоит вот это вот еще дочинить. Кушай быстрее. Кющай, мой прекрасный. Кто-то там ходит. Всякие непонятные личности. А это молча. А это Константин, еще он пожилой, обалдеть. Я ведь реально сначала подумала, что подросток. Пациентка номер 8 не может доставить последний груз. Оказывается, у доков ее поджидает полиция. Кто-то из банды сдал. Она будет создавать, наверное, новую банду. Давайте. Она у нас авторитетная. Доносчик найден. Круто. Доносчик найден. Ты вот смотри, главный мужик, зацени, как у тебя бабёнка-то, а? Ладно, они... Нет, официально они не встречаются. Наверное, у них так и будут, мне кажется, отношения вот так вот постепенно, да, развиваться. Ух ты, пациентка под номером 6 стала шалевшей. Мощно. Так, давай тут дотрём и тут доделаем. Боже ж ты мой, обалдеть, сколько у нас всего тут сломанного. Ой, ё-моё. Ладно, нам еще здесь правильно нужно будет доэтовать. О, мужик, ты хоть понимаешь, что здесь тереть бесполезно, а? Ты чини давай. Чини, мой прекрасный. Чинькой давай, чинькой. А у него... Я уж подумала сначала, что у него уровень. Нет, еще не уровень, но скоро, очень скоро. 7. У пациента 77 уровень. Отлично. Разобрать. Все, это мы нафиг им оставляем, короче. Моемся с тобой, мой прекрасненький. И, конечно же, ложи. Разобрать все на детали. А ты что, этого не сделал? Понятно, он сказал, ну нафиг, я не буду грязным копаться в мусоре. Парадоксально немножко, но факт. Ладно, давай с тобой потом ложимся спать, и на этом, как говорится, я закончу серию. Так, давай с тобой дать... Ну, давай. Угу. Замечательно. Слушай, мужик, ну, конечно, у тебя тут столько вот этих плюшечек, надо их как-то действительно использовать. Поэтому поспим с вами и будем, как говорится, их использовать. Ну что ж, мои прекрасные, на этом я с вами заканчиваю серию. С вами была Костя, Миссина Чарли и Психушка Челлендж. До скорых встреч! Ставьте пальцы вверх, если вы любите психушку. Пока-пока.